поднялись, заценим виды Иерусалимские горы. Кстати, здесь поприятнее будет, чем в Хайфе, влажность меньше, поэтому и подниматься легче. А вот тут у нас как бы первая такая легкая остановка, видимо, маленькая остановочка. Мы вышли. Вышли из Курват Саадим. Сделали, пока что проделали 1 километр. И идем в сторону Айн Хандак. Так, ладно. Вот группа потихоньку забирается. Пока что мы, ура, 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 прошли километр. Правда, было довольно много вверх подъемов. Саша, да. Ну а ты ласточку. Ласточку сделай. Толстую ворону могу. Нормально, давай, давай. Не, другую ногу. О, ну класс, да, тоже хорошо. Так, ладно. Можно. Продолжаем дальше.